Ребят, звонит мне вчера мама и говорит: Дима, я видела, в новостях передавали, что в Испании выпал снег. Я думаю, он и до вас, говорит, дойдет. Вот он и наконец до нас дошел. Как мы его долго ждали. Я не могу, я подскользнусь. Детвора недавно играла, наверное. О, кокос заинтересовался. Тебе интересно хоть? Это ж новые какие-то ощущения в твоей жизни. Вот это наш местный снеговик. Ну, кокос отметился, свой вклад внес в строительство снеговика. Многие жители сейчас нашей бывшей безграничной страны скажут: разве это снег? Да, это мало, но это все-таки снег. Для нас это снег. А для кокоса это снег тем более, ведь он никогда его не видел. Ну-ка, отойди. И что это такое? И с чем его едят? Да, этому малышу все интересно. Пойдем, кокос, дальше. Слезай. Медленно разворачивайся назад. Медленно разворачивайся назад. Иди ко мне. Молодец. Пойдем, я на качельке тебя покачаю. Ой. Играешь? Ох, на качельке, да? Ох, молодец. Как он сам себе вечно игру придумает. Давай я тебя посажу. Видимо, неприятен снег кокосу. Хотя, кто его знает? Сказать же не может. Нам самим приходится догадываться, что нам хотят сказать собаки. Сможешь сам спрыгнуть? Сам сможешь спрыгнуть? Кокос, наигрался? Пошли домой, а? Да, пойдем домой. Пошли. Ну вот и все, ребята. Наша зимняя прогулка с кокосом на этом закончилась. Мы идем домой. Давай, малыш. Ты знаешь дорогу.